В республике стартуют сразу два конкурса – управленческая команда и команда молодых лидеров. Напомним, 10 февраля 2020 года прямо во время встречи в Рио главы Чувашии Олега Николаева с участниками конкурса «Лидеры России» был подписан указ о проведении республиканских конкурсов управленческой команды «Команда молодых лидеров». С 16 апреля до 15 мая на сайте leader.cap.ru будет доступна электронная регистрация для участников. Там же можно будет узнать информацию об условиях проведения конкурса.